Здравствуйте. Всем привет! Как меня слышно, видно? Напишите, пожалуйста. Но сейчас люди еще добавляются, поэтому прошу прощения с прошлой ссылкой, и что-то на ней заглючило, видно, что-то не прошло. Поэтому прошу прощения. Сергей, у вас уже 66 зрителей ждут только вас. Елена, здравствуйте, я знаю, мы меняли ссылку. Сейчас все переходят сюда. Уже 42 зрителя перешло на новую ссылку. 46. Ну вот, нас уже 57 человек. Слышно хорошо, все здорово. Еще подождем немножко. Вот 60. Мы практически все перешли уже в новую комнату, в которой мы с вами будем работать. Так, ну все, 62 человека, все вроде все хорошо. Итак, мы с вами начнем. В первую очередь хочу со всеми поздороваться, представиться. Меня зовут Логин Сергей. И я сразу хотел бы извиниться за то, что задержалась трансляция. Потому что, приехав в офис, у меня все было готово, и у меня здесь отрубился интернет, и потом получилось еще какие-то накладки. Ну, бывает такое, но... Я думаю, что в любом случае мы справились, все перегружено, все создано заново, и поэтому мы с вами будем работать немножко по новой ссылке. И если кто-то из ваших ребят еще не переключился, передавайте, пожалуйста, ссылочку, и мы обязательно, чтобы они сюда подключались. Я сейчас еще сброшу все ссылки, конечно же, в администрацию и везде, чтобы они быстро реагировали. То есть они могут тоже во все чаты сбросить эту ссылку, чтобы сюда люди подключались. Вот. Так что еще раз мои извинения за задержку, но мы наверстаем или получим какие-нибудь бонусы. Да? Вот. Поэтому... Начнем. Меня зовут, еще раз представлюсь, Логин Сергей. И сегодня наша тема «Как гореть продукции компании Тиньши просто». Сегодня я не буду говорить вам с точки зрения, как рассказывать о продукции клиенту. Но наша тема, которую мы сегодня будем затрагивать, она также позволит вам говорить, предварительно выявлять потребности клиента к нашей продукции. Но в первую очередь я буду говорить с точки зрения бизнеса, потому что когда ты проводишь встречи, когда ты проводишь рандеву, когда ты проводишь личные презентации, то
Соответственно, иногда очень много времени уходит на то, чтобы рассказать о продукте. И вы знаете, что я заметил за много-много лет, что людям зачастую, которые приходят на бизнес, неинтересно слушать долго о продукте. Важно понимать это с точки зрения пользователя, с точки зрения пользователя того, что человек, который начинает бизнес, должен понимать, что этот продукт нужный, и этот продукт, с этим продуктом можно делать бизнес. И поэтому, когда мы говорим о концепции, которая есть в нашей компании, то в нашей компании, все знаете, есть концепция сохранения здоровья. И она очень важна. И говоря долго о продуктах каких-то, мы меняем фокус на продукт, и я очень часто слышу возражения такие, как: слушайте, ребята, там, ну, я здоров, там, или когда я долго говорю о продукте, мне говорят такое потом: у меня вот продукт продается, а на бизнес люди не приходят. Поэтому моя тема сегодня будет, как просто говорить о продуктах с точки зрения бизнеса. И это очень важно, я считаю, для каждого из вас. И чтобы получить обратную связь, поставьте, пожалуйста, плюсы или такой значок тем, кому важно услышать, как говорить о продукте с точки зрения бизнеса и как говорить о нем просто, чтобы выявлять потребность к нашему продукту. Вот, только Семену это интересно, я понял. Ну вот, пошли люди. Значит, связь есть, все хорошо. Я это больше использовал для того, чтобы понять, что вы со мной, и все у нас хорошо. И вот проходит встреча, да, и говоря о тех встречах, которые провожу я первичные встречи провожу минут 15-20, не больше, и у меня абсолютно нет времени, чтобы раскрыть каталог там, или махать каталогом, и показывать, и называть названия, всех продуктов там. И на это абсолютно нет времени. Моя задача – это рассказать человеку о бизнесе и рассказать, почему я веду бизнес именно с этими продуктами, насколько это просто и так далее и тому подобное. Кстати, забыл сказать, если у кого-то есть вопросы, да, или будут вопросы по поводу вот во время моего там, нашего с вами трансляции, то, пожалуйста, пишите вопросы, обязательно потом или во время трансляции я буду на эти вопросы отвечать. Итак, говоря о простоте продукции, я подхожу с точки зрения бизнеса, потому что бизнес надо делать легко и просто. И когда я начинаю свой рассказ о продукции или рассказ вообще о том, чем я занимаюсь, говорю немножко о компании, я говорю о том, что компания создала концепцию сохранения здоровья, в которой мы работаем. И вот все, что я могу понимать о концепции сохранения здоровья, я вам сейчас попытаюсь передать. Я человеку могу рисовать на листочке, могу говорить просто о том, от чего зависит наше с вами здоровье, то есть концепция. Я рисую 4 пункта. 4 пункта, можете себе пометить. Пункт номер 1 – это кислород. Это то, без чего не может жить человек. Кто с этим согласен, ставьте значок или плюс, что хотите. Но кислород – это одна из важнейших составляющих нашей жизни. И то, чем сегодня мы дышим, это в большинстве своем содержит свинец, да, и который выходит из тех транспортных средств, которые окружают нас в наших городах и поселках и так далее и тому подобное. Второе, о чем я говорю, что влияет на нашу жизнь очень серьезно, это вода. И я думаю, что тоже есть очень много согласных со мной людей, потому что качество воды начала этого века и качество воды начала прошлого века – это абсолютно разная вода. И поэтому я говорю, что третья составляющая – это вода. Третье, о чем я говорю, о том, что мы с годами зашлаковываем наш организм, и концепция сохранения нашего здоровья – это детокс-программы, различные детокс-программы, которые мы можем использовать
И я могу задать человеку вопрос, использует ли он какие-то детокс-программы для того, чтобы выводить из себя шлаки и токсины хотя бы раз в год. И четвертое, что я говорю, это клеточное питание, которое то, чем питается наша клетка. И вот эти четыре пункта являются основной базой нашего сохранения нашего здоровья. И если мы вот эти четыре пункта с вами вообще будем использовать даже в личной жизни с вами, использовать как сами, контролировать это, возьмем под свой контроль, то мы, несомненно, станем намного больше и лучше иметь самочувствие, свое тело, свое здоровье и многое остальное. Потому что сегодня так странно, что нам даны триллионы клеток, мозговых клеток, да, которые управляют нашим телом и организмом, и мы умудряемся убивать их в большом количестве, они не восстанавливаются. Сегодня нам дано огромное количество километров сосудов, которые мы тоже там к 30, уже к 40 годам убиваем своим образом жизни. И наше тело, соответственно, также, точно так же оно становится таким же, как мы относимся к нашему телу. Поэтому для меня концепция нашей компании, она очень проста. И все начинается с того, что у нас есть группы товаров. И та группа товаров, с которой я начинаю, это личная гигиена. Да, на примере я могу вам просто показать, что я рисую... Я рисую что-то наподобие вот такого овала, да, и я говорю человеку, вот это вот у нас личная гигиена. Я не знаю, вам в эту сторону видно или в другую, но как бы вот так, мне так проще всегда показывать какие-то примеры, чем слайды, морочиться этим и так далее. Вот, и для меня, я рассказываю о том человеку, что возьмем простой пример с личной гигиеной, зубная паста. Что мы видим в основном в тех пастах, которые мы применяем в жизни? Мы видим, что там есть антибиотики, там есть триклозан, там есть всевозможные, скажем, звук прерывается. А у всех ли прерывается звук? Не у всех. Посмотрите, что у вас. У всех все хорошо. Значит, вы смотрите что-то с вашим интернетом или с вашим звуком. Вот, и когда я говорю о том, что в зубных пастах содержится огромное количество веществ, которые мы два раза в день, 365 дней в году, через десна, через выбираем пасту компании Тиньши. И смотрите, вот слово «я выбираю», оно может появиться у вас, потому что когда человек говорит «я выбираю», это влияет на, скажем, состояние и мозг огромного количества людей, потому что когда ты сомневаешься в чем-то или когда ты думаешь, что это хорошо или еще что-то, слово «я выбираю», оно зачастую ведет к очень ответственности к тому или иному продукту. И я выбираю личную гену, которая есть у компании Тиньши. То же самое можно применить, например, к личной, к женской гигиене. Да? И я не буду сейчас рассказывать, как мужчина, о женских прокладках, но все, что имеет пользу, вы все прекрасно знаете, вы все партнеры нашей компании. И поэтому я просто выбираю эти продукты с точки зрения личной гигиены. Так же, как и наш шампунь, так же, как и наш освежитель для полости рта и многое остальное. Это понятно, да? Это понятный продукт. И я человеку рассказываю, что личная гигиена, через личную гигиену мы сегодня в свой организм, через тело, количество веществ, которые нас отравляют. И поэтому, ребята, у всех, у кого прерывается, большинство людей написали, что все нормально.
Еще раз проверьте свой интернет или мне говорить помедленнее. Я не знаю, напишите что-нибудь. Но в большинстве случаев люди говорят, что все хорошо. Вы сами это можете читать. И это первый пункт, о котором я говорю, что личная гигиена – это важная основа нашего здоровья в том числе. И мы это с вами, конечно же, когда мы говорим с человеком о том, какой у нас есть уход, то в большинстве случаев мы пользуемся также огромным количеством, скажем, препаратов по уходу за домом, которые содержат поверхностно-активные вещества. Поверхностные активные вещества. Чем я вам могу помочь, ребята? Знаете, ну, переходить сейчас в Hangouts мы не будем, потому что столько переходов быть не должно. Когда я говорю медленнее, звук тоже тормозит? Давайте еще раз проверим звук. У кого какой звук? Напишите, у кого сейчас прерывается звук, тормозит, или у кого хороший звук. Все-таки не пойму. Всегда беспокойтесь о том, чтобы у вас был хороший интернет. Может быть, я, конечно, и не прав сейчас, но... И, конечно же, из Хангауса, и вот прямые трансляции, как мы сейчас находимся в Ютубе, то все всегда хорошо. Возможно ли сейчас вы скажете, что перейти нам в Хангаус? Ну, это затребует основы. Потому что я вижу, что большинство людей пишут, что все у них прекрасно. 3-4 человека, одни и те же имена, пишут, что есть проблемы со звуком и с видео. И поэтому давайте будем идти все-таки дальше. Не будем задерживать трансляцию. Возможно, запишется трансляция, и мы ее выложим еще раз. Или еще раз когда-нибудь повторим, значит, для вас. И поэтому, что касается второй линейки продукции, уход за домом, для меня это важно, потому что это мое дыхание, это то, что попадает через мою кожу на руки и так далее и тому подобное. Поэтому для меня это важно, и я выбираю продукции Тиньши. Я выбираю продукцию Тиньши. Идем с вами дальше. Следующее направление – это индустрия сна. Сон. Очень важен сон для каждого человека. Четверть своей жизни мы проводим с вами во сне, и сон является неотъемлемой частью. И я задаю очень часто вопросы людям, как часто они... стирают свои принадлежности для сна, как часто они за ними ухаживают, как часто люди стирают подушки, как часто люди ухаживают за том, на чем спят. И вы знаете, я получаю очень часто ответы: мы ухаживаем редко. И то, что содержится в основном в наших постельных принадлежностях, это огромное количество клещей и пыли, и мы во время сна с этим дышим. И вы знаете, я могу сказать, что дыхание во время сна – это очень важно.
И вот когда я приобрел наши продукты сна, я реально просто-напросто стал спать по-другому, я почувствовал разницу. И индустрия сна – это достаточно большой рынок, о котором я тоже говорю с людьми. Следующее, о чем я говорю с людьми, я говорю о приборах, которые улучшают нашу жизнь. О приборах, которые улучшают нашу жизнь. Все, что делают очень часто наши приборы, я не говорю прямо на встрече подробно, приборы, которые делают нам массаж. Я говорю о том, что это приборы, которые, соответственно, делают нам, поставляют нам больше кислорода в кровь. Я говорю о фруктов, токсины, которые находятся у нас на сегодня на наших полях, и где выращиваются наши фрукты и овощи. Потому что фрукты к нам едут обычно из южных стран, для того, чтобы в них ничего не заводилось, и они доезжали вот такими яркими и красивыми, их опыляют огромным количеством химикатов для того, чтобы они до нас доезжали. И вот это все приборы, которые есть, я говорю, это приборы, которые тоже помогают нам жить очень хорошо. И последнее, о чем я говорю с человеком, делая краткую презентацию, это питание. Питание. Клетчатое питание, о котором можно говорить очень долго, да, но я человеку не рассказываю, там, скажем, каких-то серьезных вещей про наши БАДы во время первичных презентаций. Я рассказываю о том, доволен ли он сегодня теми продуктами, которые он покупает в магазинах. И в большинстве своем случаев я слышу ответы. Я слышу такие ответы, как недоволен, не получаю того кайфа от тех продуктов, которые есть сегодня. Вы знаете, и здесь я просто говорю, что есть такое понятие, как клеточное питание, которое входит в основу концепции сохранения здоровья с компанией Тиньши. И мы с вами не питаемся мясом, курицей, макаронами или еще чем-то, или фруктами и овощами. Наш организм разлагает это на микроэлементы, и вот у нас есть микроэлементы, которые мы доставляем в свой организм уже в готовом виде, которое сразу становится клеточным питанием, и поэтому наш организм получает и детокс-программы, и восполнение, и защиту. И вот теперь смотрите, если мы разберем с точки зрения наших продуктов и с точки зрения этой презентации этих продуктов, я могу вам сказать такую вещь, что все, что было у меня дома, я просто-напросто вынес вот подобное, да, и наполнил продукцией компании Тиньши. Вот, и это мой выбор, я выбираю. Я выбираю использовать продукцию компании только потому, что она мне заменяет очень много вещей, которые отравляли и делали мое здоровье хуже. Наше здоровье состоит из маленьких-маленьких мелочей. Вот мы, например, дыхание. Я знаю, что во многих городах вообще кислород То есть кислород оставляет желать лучшего. Мы видим огромное количество пробок, заводов. Каждый из нас из разных регионов, и у каждого в регионе есть, наверное, свои какие-то возможности. И несмотря на то, что даже я живу там за городом, я живу в лесу вообще, и у меня отличный кислород, я всегда стараюсь уделить время тому, чтобы запитать себя кислородом. И поэтому, ребята, если вы сами сейчас, мы говорим сейчас уже не с точки бизнеса, а с точки зрения вас лично, уже вашего здоровья, обязательно делайте кислородную гимнастику, открывайте, дышите, выходите на улицу, делайте глубокое дыхание, это будет насыщать вас кислородом.
Но я применяю здесь наши продукты кислородосодержащие. Потому что когда мы стоим на сцеке, даже если вы откроете окошко и стоите на сцеке, вы получите огромную массу кислорода в своем организме, что будет улучшать ваше состояние. Потому что когда ты стоишь на сцеке, ты реально в свой организм запихиваешь огромное количество кислорода, потому что кровь, она насыщается в этот момент кислородом, потому что ты ее разгоняешь. Почему спортсмены долго не болеют, и наиболее количество и иммунных заболеваний, и заболеваний, связанных с раком, с онкологией, не наблюдается у спортсменов? Потому что, занимаясь спортом, эти люди в свою кровь постоянно заносят огромное количество кислорода. У нас также есть очень много продуктов из серии БАД, которые насыщают нашу кровь кислородом. Первый же мой такой любимый вот такой продукт, который насыщает нашу кровь кислородом, это антилипидный чай. Второй мой любимый продукт – это целебная капсула. Вот, вот эти два продукта дают нам огромное количество кислорода в крови, и обязательно это используйте. Следующее, если мы сравним наши продукты с точки зрения бизнеса и понятия вообще, как с помощью продуктов жить хорошо и здорово, и содержать свое тело, организм в хорошем качестве, то мы уже там с вами о личной гигиене и там средства ухода за домом, да. Вот конкретно наши средства ухода за домом, они позволяют нам дышать абсолютно правильными, не отравляющими наше дыхание составом своим, да. То есть мы дышим тем, что не нарушает наше здоровье. Это тоже очень важно, потому что из этой мелочи мы знаем, что сегодня очень много аллергетиков, мы знаем, что сегодня очень много людей, которые страдают, у которых поражены дыхательные пути, и даже жвачка может приносить нам определенный вред, потому что в ней может быть... Я вот раньше злоупотреблял жвачкой, и, например, сегодня, когда использую жевательную резинку, то я чихаю, потому что там есть ксилит. Я не знаю, насколько он полезен для организма, насколько он там насыщает мой организм. Но, видимо, где-то что-то когда произошло. И вот когда я не поиспользовал несколько лет жевательную резинку, то я вижу результат того, что сегодня у меня уже нету. Я не чихаю после того, как я начинаю использовать жвачку. Смотрите, кислород во сне очень важен. Всегда держите окно на проветривании во время сна. И наши продукты, которые дают нам сон, это подушка, матрасник, одеяло. Знаете, это просто мега вещи. Те, кто использует, я думаю, можете подтвердить, там, да, сказать, насколько вам это круто и здорово. Но они конкретно очень хорошо работают с обменом энергии, они очень хорошо работают с обменом кислорода во время вашего сна. Поэтому используйте обязательно это. Что касается других наших приборов, то, конечно же, разгоняет кровь и наш ишоукан, то есть так называемая расческа, и это тот же прибор. Смотрим дальше, идем дальше. Следующий, поговорили с вами о кислороде, и теперь поговорим с вами о воде. Да, сегодня у нас есть о чем разговаривать с водой. Вы знаете, очень много людей используют наш озонатор и рассказывают о нем, что это прекрасный прибор для улучшения очищения, даже говорят, воды. Знаете, это неправда, это не фильтр, он не очищает воду, он просто ее немножко структурирует, да, он ее меняет. Да, то есть он ее заполняет, точнее, больше скажем, заполняет озоном, и озон является разрушающим свойством тяжелых металлов и всех таких важных, сильных таких веществ, которые иногда содержатся в воде. Но никогда не говорите, что это очищает воду, потому что он реально не очищает, он просто ее озонирует, и озон расщепляет вредные вещества, но они оседают или остаются где? Скорее всего, там же.
Вот. Поэтому эту воду использовать можно, она лучше, но она должна быть отстойной, как минимум. Вот. Но у нас сегодня с вами пришел великолепный прибор. Он у меня есть, но не здесь. Как обычно, я не люблю, когда он не со мной. Но у нас сегодня выставка идет «Здравоохранение Беларуси». И он сегодня работает на выставке, потому что одного прибора мало, я еще отдал свой. Какой я увидел интерес за эти два дня выставки, и у нас еще впереди два дня выставки, могу вам сказать, что прибор завораживает, очень много людей к нему подходят, и у нас уже есть много заказов на этот прибор, потому что, когда ты грамотно говоришь, вот недавно, я сейчас вам не скажу источник, загуглите, но очень много в интернете вообще источников по водородной воде. Могу вам немножко сегодня в качестве бонуса рассказать, как я продаю водородную кружку. Кому это интересно, как я делаю продвижение водородной кружки? Вы со мной там еще? То писали, писали, то никто ничего не пишет. О, отлично, значит, все хорошо у нас, трансляция наладилась. Спасибо Евгению из ООО «Тиньши», который помог мне и сказал, что уменьшите качество видео, и трансляция ваша наладится. Вот, знаете, что касается водородной кружки. Когда я начал изучать, я действительно загуглился по водородной воде. И, вы знаете, я нашел очень-очень много материалов в интернете по водородной воде. И есть такая легендизация, что до всемирного потопа на планете Земля вода была насыщена водородом. И люди жили 150 и более лет. Эта легенда, ребят, непроверенная. Но вы знаете, в чем правда этой легенды? Что после всемирного потопа на планете Земля осталось всего 3 дня, когда есть структурированная вода, и которая имеет те свойства, которые были у воды до всемирного потопа. Я не знаю, здесь, наверное, ребята из разных, конечно же, стран, знаете вы некоторые праздники религиозные, но это все неспроста. И первый праздник, который есть, это крещение. Многие, наверное, о нем слышали. И вода крещенская, она долго не портится, у нее нет осадка, она долго стоит, и она имеет особую структуру. И люди специально ездят, купаются, говорят, что в этот день никто не болеет. Я сам уже последние 7 лет в этот день езжу в прорубь и, конечно же, тоже купаюсь. Мне это очень нравится, как сам процесс. Да? Я могу вам сказать, что у меня был дедушка, к которому приходило очень много людей, и он своими молитвами шептал воду, и вода меняла структуру. Так вот, я в это абсолютно точно в этом убежден, что вода – это тот источник, который в себя может взять как и зло, так и не зло. Второй день, который у нас есть, это Ивана Купала. Это такой праздник славянский, может, кто-то слышал о нем, конечно же, братья славяне слышали, и я не знаю, есть ли это в мусульманском мире, может быть, есть, когда люди ищут папороть, кветку, и вот, вы знаете, там тоже в этот день структурированная вода, и она тоже долго стоит, она имеет всегда прохладный, то есть на что на это влияет? На это влияет и планета, наш спутник Луна, и сама Земля. И вот эти 3 дня, я 3 дня, к сожалению, не помню сейчас, вот, но могу сказать, что именно эти 3 дня, они показывают о том, что когда-то структура воды у нас была такой, как говорят об этом легенды, до всемирного потопа. И вот я был в Прибалтике, и там встречался с одним человеком, у него свой завод по структурированию воды, он в Праге находился, и он эту воду давно изобретал, он сам ученый и так далее, и он продавал эту воду в разлив. И он пришел в нашу компанию, потому что у нас появилась кружка. В первый месяц он продал
50 кружек. Люди, которые немножко понимают, что делает структурированно, да, насыщенная водородом, когда вы будете об этом... Вот недавно мне сбросили статью, я еще с ней не ознакомился, но я думаю, мы с вами поделимся с ней. Обязательно новосибирский ученый создал свою кружку, его кружка действует, я не помню, там, по-моему, на 40 или 50 подключений, вот всего лишь. Там, соответственно, другие стоят. И когда тот человек... Почему ученые сегодня, когда человек просто заинтересовался сейчас нашей, в том числе, кружкой, сегодня мне многие задают вопросы. Вот в Китае такие кружки появились гораздо дешевле. Ребята, там нету тех металлов, которые используются в нашей кружке. В нашей кружке используется платина и золото. Причем в немаленьком количестве, поэтому ее себестоимость, она такая, и вода из нашей кружки абсолютно другая. Так вот, все, что я много читал в Google, я читал труды именно японских ученых, которые и разрабатывали нашу кружечку, которая сегодня у нас. Вот, поэтому загуглите о водородной воде абсолютно все, что вы можете прогуглить. Вам станет настолько интересно, что вы сами поймете, зачем жить с такой кружкой. Также в Вильнюсе у нас был эксперимент с одним из наших клиентов. У него язва желудка. Вот. Он глотал зонд, и мы делали видео, вот, и там было все черное, были фотографии, и язва прям показывалась, какая она там. Он пил 2 недели нашу воду из кружки, и потом снова был зонд, и у него все было коричневое. Розовое. Это все зафиксировано. Вот, ребята, я сейчас не могу вам это представить, но этот материал есть вообще. Это первые наши уже результаты, которые пошли по кружке. Водород является мощнейшим антиоксидантом. Он борется с онкоклеткой. Он конкретно является ее разрушителем. И поэтому сегодня те, кто имеют или не имеют кружку, заинтересуйтесь обязательно, потому что это супер вещь, потому что вода – это самое важное, что есть в нашей жизни. Вы не представляете, как я вообще заточен на воде. То есть у меня уже все экспертизы качества воды в моем доме проводятся каждый год. Я уже меняю третьего, скажем, поставщика фильтров и так далее. Но пью я воду все равно из кружки. В моем доме, когда приходит брать забор воды, уже СЭС говорит, ну, уже мы идеальной воды у вас не видели, ну, вообще не видели, но вы все время нас вызываете проверять. Потому что это очень важно, ребят, не потому что я такой какой-то фантик. Вода – это неотъемлемая часть. И, конечно же, нашего здоровья, и, конечно же, наши продукты, которые позволяют нам работать с водой, наш с вами удивительный прибор «Озонатор», который все-таки помогает нам очищать наши продукты, а в продуктах в наших содержится огромное количество воды. И при очищении мы меняем структуру воды, там, скажем, на даже... Вот заметьте, кто использует озонатор, да, почему не рекомендуется по приходу домой мыть сразу фрукты все и овощи, которые ты принес домой, а просто положить их в холодильник, чтобы они хранились. Но перед употреблением, озонировать. Объясню почему. Потому что я раньше не мог понять, когда у меня появился озонатор, почему мои овощи и фрукты так быстро стали портиться. Оказывается, когда я приносил домой, когда я их озонировал, и потом уложил в холодильник, чтобы потом употреблять в нужное мне время, они быстро приходили в негодность. То есть представьте, что в этих продуктах вообще содержится. Что они после того, как с ними поработал озонатор, начинают очень быстро портиться. То есть они реально, в принципе, мертвые,
они реально, в принципе, мертвые. И поэтому обязательно используется озонатор при использовании мяса, рыбы, овощей, фруктов. Это очень важно, потому что сохраняет ваше здоровье. И, конечно же, наши приборы, да, мы уже говорили, что они несут кислород, вот, и вернусь еще к нашим БАДам. Поэтому БАДы – это та неотъемлемая часть, которая делает вот третий пункт, с которого я начал. Еще раз напомню, тем, может, кто-то опоздал, потому что вижу, что людей добавляется, что наше здоровье состоит из четыре аспекта очень важных для сохранения нашего здоровья. Это кислород, вода, это детокс-программа и питание, клетчатое питание, не то, которое мы кушаем в ресторанах или дома, а то питание, которое мы, в принципе, имеем в виду, клетчатое питание. Так вот, это моя такая позиция просто. И я остановлюсь сейчас на детокс-программе. Сейчас у нас турне One You May по российскому региону, и она была в Казахстане, я вижу, что здесь есть люди из Казахстана, даже вижу людей из Украины, вот, и всем привет, да, и вот я просто-напросто хочу вам сказать, что эти четыре аспекта, они очень-очень важны все, и детокс-программу раз в год, вот сейчас самое время продавать детокс-программу, вот, когда мы столкнулись. Вот еще одна фишка за то, что не включилась вовремя трансляция. Кто-то, может, знает. Кто сейчас страдает от того, что у нас, нет с вами фруктозана? Вот как бы пора делать детокс. В программе детокс есть фруктозаны. А кто-то говорит, блин, а их нет. Кто сейчас от этого страдает немножко? У кого страдает от этого бизнес? Ни у кого. Ну, тогда я вам рецепт не расскажу, что заменяет фруктозаны. Вот. Но в любом случае, детокс-программу вернусь. Детокс-программа – это очень важная вещь в наше время, потому что, как сказал один известный тренер, в том числе и по здоровью, и по мышлению, что дырка во рту, она гораздо больше, чем дырка внизу. Нет, целлюлоза не заменяет фруктозаны. Она, конечно, и замены... Нет, это вообще не наш продукт. Там только есть в этом коктейле есть один продукт, который является базовым, базовым в этом коктейле. Делается такой детокс-коктейль, хотите или нет, я вам все равно расскажу, потому что мне его передала многоуважаемая Лена Остапенок, которая сделала большой вклад в развитие нашей компании во всех регионах мира, в принципе. Вот. И знаете, Лена когда-то мне его рассказала, антилипидный чай, мы с вами берем 4-5 киви, 10 целлюлоз, расталкиваем, 4-5 киви, и все это дело размешиваем миксером или еще чем-то. Вот, в принципе, это будет тот же самый фруктозан по действию. То есть, еще раз повторю, раз толчем 10 целлюлоз, можно 5, берем 5 киви, заливаем это все антилипидным чаем, И вперед. То есть это легко заменяет, когда вдруг на рынке исчезает фруктозан. Но, конечно же, фруктозан – это фруктозан, и он действует по-особому. Вот, поэтому в любом случае, третье – это детокс-программа. Да? И четвертое – это питание клетчатое. Но я не буду сейчас рассказывать о БАДах, хочу вводить итог. Вот я вам немножко рассказал про свое мышление. Как я это использую? Как я это использую при быстрой подаче на встречах? Я не рассказываю людям и не говорю о том,
какие у нас есть названия или как они работают. Это я сейчас с вами немножко поговорил. Вообще, если с вами делиться, как это происходит на встрече, то это выглядит приблизительно так. Знаешь ли ты, что нужно, чтобы сохранять концепцию здоровья? Вот. В нашей компании есть абсолютно все линейки продукта, которые помогают твое здоровье содержать в полном порядке. Я рассказываю сначала о том, что важность, от чего зависит наше здоровье, это кислород, вода, это детокс-программа и питание. И потом я рассказываю вот это яйцо. Ой, извините, вылетел. Я рассказываю вот это яйцо, что это личная гигиена, это уход за дом. Скажите, личная гигиена – большой рынок для бизнеса или нет? Уход за домом – большой рынок. Да. Сон – это большой рынок. Приборы для профилактики здоровья – большой рынок. Питание – рынок питания клетчатого – это большой рынок. Поэтому с точки зрения здоровья я потом просто-напросто объясняю, что вот эти все продукты я выбрал, вынес из дома то, что есть, и поставил, и с этим веду свой бизнес. То есть на самом деле я не рассказываю очень много во время бизнеса. Я говорю, что это большие рынки, на которых мы можем с вами делать деньги и при этом сохранять свое здоровье. Дальше я человека могу дать ему электронный каталог или настоящий каталог, который у вас сегодня продается. В каждом регионе, скорее всего, если нету, советую просто и рекомендую иметь 5 каталогов. Я также делаю еще, обязательно имею электронный каталог в своем арсенале, куда-нибудь закачанный обязательно, и, соответственно, я потом могу дать человеку ссылку на каталог. Я использую дни клиента, и направляю людей на дни клиента для того, чтобы или в офис привожу, для того, чтобы человек мог ознакомиться с нашими продуктами. Сделайте так, чтобы во время вашей презентации первой по бизнесу вы просто передавали важность этих линеек продуктов. Когда ты рассказываешь очень долго о кардицепсе, как он там рождается, 3 года где-то растет, потом появляется бабочка, там, он там гусеницу превращает, потом он застывает, там, ну, все с ним происходит хорошо, конечно. Вот. Потом его находят, потом его перерабатывают. Это людям, возможно, интересно, но не на встрече по бизнесу. Человеку во время бизнеса важно понять саму концепцию, почему это сегодня необходимо мне и другим людям. И поэтому с точки зрения линеек наших продуктов, вы должны преподносить с точки зрения востребованности, легкости. Вот у нас, например, есть антилипидный чай. Чайный бизнес, он достаточно большой. Кто бы хотел иметь долю от чайного бизнеса? Вот, какую-нибудь там, да? Вот, и, соответственно, мы с вами имеем чай. Кто бы хотел, чтобы у него вот в месяц продавалось там 100 упаковок, 1000 упаковок чая, 5000 упаковок чая, 100 тысяч упаковок чая. Конечно бы, многие из нас хотели. И чайный бизнес – достаточно большой бизнес, и мы в нем участвуем. Вот. И поэтому у нас скоро выйдет, на Украине он уже есть, в Украине уже есть, у нас выйдет кардикофе. Да? Вот. Это великолепный продукт. Сегодня огромное количество кофеманов, которых можно с этого просто-напросто убрать. И это очень важно. А продукт, который необходим, продукт, который понятен. И мы с вами должны говорить во время бизнес-презентации о двух аспектах. О том, что вы выбираете, и продукт, который понятен для бизнеса. В принципе, это та основная идея, которую я хотел сегодня поделиться с вами. Возможно, все было немножко быстро, там, спонтанно. Я не считаю, что нужно давать больше. Изучайте продукт с точки зрения его легкости потребления. Все, что я сегодня привлекаю клиентов или привлекаю людей в бизнес, делаю,
Я даю пробовать, я делаю опыты, я скидываю видео. Сделайте так, чтобы о вашем продукте было легко вообще говорить, демонстрировать и так далее. Компания сегодня нас снабжает всевозможными видеоматериалами о продуктах. У нас сегодня достаточно лекций, чтобы мы внутренне знали о том, как продукт работает для нас. Но что касается продвижения продукта как через бизнес, старайтесь это делать легко, просто непринужденно. Потому что каждая из наших линеек – это достаточно большой вообще, достаточно большой такой аспект любого бизнеса, который мы с вами не возьмем. И вы должны понимать, что вы создаете и в чем вы принимаете участие. И все эти линейки, которые сегодня созданы в компании, они, в общем-то, округляются в одну, в концепцию сохранения здоровья. Концепция сохранения здоровья компании Тиньши является одной из лучших концепций, которую я знаю. И я выбираю именно эту концепцию. И я выбираю именно этот бизнес, потому что именно с этой концепцией огромное количество людей получило здоровье и получило возможности ведения бизнеса. Чего и вам желаю. Я желаю вам участвовать, конечно же, в мотивационной программе, которая есть на ваших регионах и на ваших рынках. Всегда старайтесь выполнять это, и продукт – это неотъемлемая часть мотивационной программы. И когда ты будешь приводить людей в бизнес просто, когда ты будешь просто говорить о продуктах, не углубляясь вначале в них, потому что это будет тратить твое время. Вот сегодня самое важное в нашей жизни – это время. Для молодежи 100%. Они не захотят слушать про ваш кальций 3 часа, про то, что содержится в чае. Они должны понимать, что это просто и удобно, что это нужно, это необходимо, это кушают много людей. Вот это все, что вам нужно сегодня говорить о наших продуктах. С точки зрения потребителя. С точки зрения потребителя я говорю, я выбираю это, я заменил дома все, что есть на это, и с этим делаю бизнес. Поэтому используйте наш продукт, используйте ту информацию, если она хотя бы для кого-то из вас сегодня была полезна. Я буду этому несказанно рад. Мы с вами провели этот час, практически час без 6 минут. Я думаю, что достаточно эффективно. Я постарался быть для вас полезным. И до следующих вебинаров. Следите за вебинарами. Я думаю, еще раз прошу извинения за то, что чуть-чуть мы начали позже. Из-за того, что выбило мой компьютер из сети и из интернета сегодня ночью, видимо, и так далее. И моя трансляция, что-то с ней случилось. Но хорошо, что мы с вами так быстро... Я благодарю вас, что вы так быстро среагировали. Благодарю, что вы... быстрые вообще. И был рад иметь сегодня на своем вебинаре 134 участника. Подписывайтесь на мой канал. Я буду в ближайшее время выкладывать очень много полезной инфы. Я сейчас к этому готовлюсь. И буду рад всех вас видеть. Буду рад всех вас видеть на следующих встречах со мной и с моими партнерами, которые будут проводить последующие вебинары тоже. До новых встреч, до свидания. Был рад с вами пообщаться. Если есть вопросы, пишите, еще есть время, могу ответить. Может, у кого-то создались вопросы. В принципе, кто торопится, могут покидать нас, кто не торопится, могут еще задать вопросы какие-то. Но вы знаете, следить за линейкой вебинаров вы можете через чаты. Через чаты, вот вы знаете, я сам с удивлением узнал, что компания начала снова линейку вебинаров. Возможно, меня нет в каких-то чатах, где о вебинарах рассказывают. Но когда я общался с компанией, все говорили... Все говорили о том мне, что
все особые подразделения были оповещены, и в своих чатах якобы они кидали ссылку, по вебинару. Вопрос, когда планирую в Украину. Я был недавно в Киеве. Ирина, вы, наверное, знаете об этом. И очень скоро планирую в Украину еще раз. Следующий вопрос. На какое количество чая? Я это делаю на 200 миллилитров. Завариваю чай и на 200 миллилитров развожу такой коктейль. Где расписание вебинаров? Расписание вебинаров, скорее всего, очень скоро появится на ресурсах компании. Возможно, оно также будет появиться на нашем сайте. Кстати, очень скоро в России сайт будет обновлен. Тоже следите. У нас там будет регистрация, у нас там будут заказы онлайн. Платежи можно будет осуществлять и получать это у себя дома. Просьба выполнить запись. Я не знаю, делал ли запись Евгений. Я, наверное, в торопях на запись все-таки не ставил, но он у меня, наверное, останется. Вот, я обязательно сохраню и выложу на своем канале запись этой трансляции. Но по ссылке. Вот. Все, если нет вопросов, был рад со всеми еще раз повидаться. До новых встреч в эфире. До свидания.